Я вспоминаю, вы знаете, с огромным удовольствием и с волнением те годы, когда наша великая Александра Пахмутова воспевала профессию, когда она воспевала профессию летчика-испытателя, когда она воспевала профессию космонавтов. Не зря уже столько лет, полвека мы дружим с космонавтами. Мы не перестаем восхищаться подвигом наших покорителей космоса. И я хотел бы сегодня в этот юбилейный вечер пригласить сюда на сцену наших прославленных космонавтов. Встречайте их достойно. Александр Серебров, Георгий Гречко, Алексей Леонов и Валентина Терешкова. Наши герои космоса, покорители. Браво, браво! Честь вам и хвала! Милая Аленька, я имею право так сказать. В зале, Аленька, больше тысячи людей. Ваши друзья, они здесь не все, только те, кому посчастливилось быть. Они любят, Аля, тебя, вас безмерно. Это любовь заслуженная всегда во всем. И, Аля, мы тебя поздравляем. Радуемся вместе с тобой. И, учитывая пожелания отряда космонавтов, сегодня, в честь нашей 50-летней дружбы, да, хотим вручить знак. Это же такой красивый. Да. Красивый, потрясающий. Алексей Архипович сказал, что назвал цифру нашей дружбы. Но мы столько десятилетий идем по жизни вместе. И вы знаете, отправляя очередной экипаж на работу в космос, они идут с песнями Александры Николаевны и в исполнении, конечно, нашего большого друга, нашего любимца Иосифа Кобзона. Мы зовем Александру Николаевну аленький, аленький цветочек, вкладывая в это всю нашу любовь, преданность. Будь здорова, счастлива, и мы тебя от всей души... Нет, мы любим ее, просто любим. Когда мы летаем, то ваша песня звучит у нас на борту. Скоро полетят на Марс космонавты, и там будут звучать ваши песни. И я уж не знаю, будут ли на Марсе яблони цвести, будут. А ваши песни будут звучать. Спасибо. Наши дорогие, любимые друзья-космонавты. Добрый вечер, Александра Николаевна. Добрый вечер, друзья. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и еще много новых песен. Мы знаем, что самые лучшие, самые душевные песни о людях в нашей профессии, о космонавтах, написала именно Александра Пахмутова. В этот вечер нам хочется вспомнить одну такую песню, которая посвящена Юрию Гагарину, герою, который открыл всему человечеству дорогу в космос. Итак, поехали. Он сказал, поехали, он махнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской прорвется над землей. А от экипажа МКС Роман Романенко и Максим Шураев. Мой друг, посмотри в зал. Сидят Лена, Галя, Гагарины, внук Юра и внучка Катя. Жизнь идет. Леночка, Галя, Катя, Юра.
Спасибо, дети. Спасибо. Как не хочется вас отпускать, но придется. И дай Бог, чтобы люди всегда кланялись вам, кланялись вашему героическому подвигу в жизни во славу нашего Отечества, во славу нашего народа. Спасибо. Низкий поклон вам. Спасибо вам. Спасибо большое.